24 этажа с подземным паркингом и площадью свыше 36 тысяч квадратных метров. 28 ноября 2019 года в Самаре открылся 6-й кассационный суд. В здании было спроектировано более 40 систем жизнеобеспечения. Реализована надежная и защищенная IT-инфраструктура, установлена система электронной очереди и современная система безопасности. Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали подъемники и тактильные элементы навигации. За 3 года работы в кассационный суд общей юрисдикции поступило свыше 273 тысяч жалоб. Если за 3 месяца 2019 года, когда мы начали работу, к нам поступило 10 с лишним тысяч жалоб и представлений. В 2020 году поступило почти 59 тысяч жалоб и представлений. В 2021 свыше 60 тысяч. Крупнейший в России 6-й кассационный суд занимается пересмотром судебных актов, принятых в 9 регионах Приволжского федерального округа с населением в 22 миллиона человек. В их числе Башкортостан, Мариэл, Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики, а также Самарская, Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. За 3 года здание суда посетили свыше 57 тысяч человек. В судебную коллегию только лишь по гражданским делам поступило 80 690 кассационных жалоб. Самое большое количество жалоб поступило из республики Башкортостан – 23%, из республики Татарстан – 22% и из Самарской области – это около 18% от числа поступивших жалоб. С кассационными жалобами обращаются дольщики за восстановлением своих нарушенных прав относительно качества предоставленных им квартир. И в последнее время в связи с введением института уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг увеличились дела, связанные по спорам о исполнении закона об обязательном страховании гражданской ответственности. Итоги деятельности за 3 года в 6-м кассационном суде подвели накануне 10-го Всероссийского съезда судей, который пройдет с 28 ноября по 1 декабря этого года. В нем примут участие более 800 делегатов. Участники обсудят актуальные вопросы деятельности судебной системы, определят пути ее развития на ближайшие годы и сформируют новые составы федеральных органов судейского сообщества. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.